мы сегодня представляем участников из 53 стран. Это тоже для нас рекорд. 17 тысяч участников. Было сегодня огромное количество болельщиков, что тоже очень сильно радует. Значит, наши жители города Алматы сознательно приходят поболеть за участников, порадоваться за этот праздник спорта. Я пробежала 21 километр, это мой второй забег. Ощущения, как обычно, потрясающие, эмоций много. Много пота, крови, сил ушло. Салам алейкум, Казахстан! This is the first time. Я впервые в Казахстане. Мы прибыли вчера после долгого перелета. Результат был не самым лучшим, но тем не менее я счастлива быть на подиуме и показать наш флаг всем. Я думаю, все чудесно. Погода была идеальной для меня. Люди тоже прекрасны. Это мой первый марафон в Алматы. Я рада. Это мой первый полумарафон в Алматы. Все было супер. Буквально сегодня был установлен рекорд на полной марафонской дистанции. 2 часа 28 минут. Как раз сейчас идет награждение абсолютных чемпионов на дистанции 42 километра.